Шеф-повар Максим Григорьев. Блинчики с капустой и зернистым сыром. Предлагаю приготовить ароматные блинчики к обеду. За основу блинчиков нужно взять измельченную белокочанную капусту с зернистым сыром. Тесто получается не очень густым в виде кашицы. Пряные травы, черный перец и паприка придадут блинам особый вкус. И обязательное условие – жарить блинчики нужно на топленом сливочном масле. Обязательно приготовьте такие блинчики. Приятного аппетита! Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Капуста белокочанная – 200 грамм. Масло топленое – 50 грамм. Молоко – 250 миллилитров. Мука пшеничная – 80 грамм. Орегано сухой 0,3 чайной ложки. Паприка сладкая молотая 0,3 чайной ложки. Перец черный молотый 0,3 чайной ложки. Сахар 1 чайная ложка. Соль 0,2 чайной ложки. Творог зернистый 100 грамм. Яйца куриные 3 штуки. Шаг 1. Чтобы приготовить блинчики, необходимо взять капусту белокочанную, молоко, яйца, муку, сыр, творог, зернистый, сахар, соль, паприку, перец черный молотый, белокочанную капусту, топленое масло для жарки. Шаг 2. Капусту нарезать на куски и измельчить в блендере с помощью дискотерки. Шаг 3. Добавить в чашу творог. Творог измельчится и смешается с капустой. Шаг 4. Яйца взбить с помощью блендера. Шаг 5. Добавить молоко и продолжить взбивать. Шаг 6. Просеять муку. Небольшими порциями добавить муку. Продолжить взбивать массу. Шаг 7. Добавить в массу творог с капустой. Перемешать венчиком. Шаг 8. Добавить соль, сахар, паприку, перец, орегано. Перемешать. Шаг 9. Тесто готово. Оно должно быть не густым, похожим на кашицу. Дать отдохнуть ему 30 минут при комнатной температуре. Шаг 10. Разогреть сковороду с толстым дном, которое смазать топленым сливочным маслом. Шаг 11. Налить тесто на сковороду 2 столовые ложки, жарить блинчики на тихом огне в течение 2 минут до золотистого цвета. Шаг 12. С помощью лопаточки перевернуть блин. Продолжить жарить еще 1 минуту. Шаг 13. Сбросить блины по одному на тарелку. Остудить. Сложить на блюдо стопкой. Перед подачей немного подогреть. Подавать с клюквенным, любым терпким вареньем или горчично-сметанным соусом. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.